Всем привет, с вами Шмыга, вы на канале у Шмыги. И сегодня поиграем во что? Все правильно, в БДСМ. Так, мы с вами тут дошли до вот этой точки. У нас, чтобы использовать магию на кушку, да? Смотри-ка, ничейная. Собрал. Так, нам нужно по-быстрому этому, вот этому упыря убивать. Быстрей! Хорош. Этот упырь, потому что... Так, у меня есть... Да, у меня есть пулемет, все отлично. Вы, ёптель-моптель. Подобрал. Тихо-тихо-тихо, хорош нападать на меня. А, у меня есть этот... Окей. Насколько я понял, в ярости меня никто не может чпокнуть. Правильно? Или неправильно? Вроде правильно. Так, деньги ты, деньги собирай. Или ничего, или не собирай. Так, еще одна монетка. Я так понял, я вызываю, короче, каких-нибудь этих, да, и да. Так. Сиськи нужно открыть, а вон сиськи открылись уже, все нормально, нормас. Дождаться опускания моста. Окей. Собрал. Тихо-тихо-тихо, спокуха. Ах ты, падла, вызвал своих маленьких упырей. Смотри-ка, ничейная. Так, до свидули, давайте. Так, отстали быстро все от меня. Тихо, вот его тут убей. Так, ну тут хпшек много, но, блин, тут еще и много всяких упырей. Так, вот этого надо убивать быстро. Ай-яй-яй-яй-яй! Кажется, мост опустился. Один. Так, отлично, у меня еще, у меня есть, короче, бутыль, еще одна бутыль. Давай еще одну бутыль. И погнали. Вроде все собрали. Блин, патронов не осталось. А там были патроны? Подожди, стой. Это злостный пук. Моё! Который... Подожди, бутылочку-то я вижу. А патроны? Подожди, мы все патроны собрали или не все патроны? Сейчас, по идее, мы должны этот... Нет, да, все патроны. А, нет, вот еще одни патроны для... А вот еще одни как раз. Все, 90 у нас максимум. Погнали. Мы сейчас, скорее всего, сможем увеличить какой-нибудь из своих... Нет, не сможем. А, это новый какой-то уровень. Глава первая, свежее мясо, босс бегемот. Ну давай посмотрим на босса бегемота. Из Дума была заставка такая, да? Если кто узнал, если кто-то не узнал, то и ладно. Да, рок. Забабахаем рок в этой дыре. Здорово. А вот еще этот кристалл отец из-за такого голову потерял. Какой кристалл? Я не продаю мне это. А ты точно не посадишь меня в клетку? Точно, точно? Дед, ты гораздо хуйню городит. Ладно, показывай, что у тебя есть. Так, есть оружие новое. А что мы можем? Можем. Увеличит урон левар... Так, а зачем мне? Вот это я куплю, да. Дракол... А, и так и все, в принципе, да? У меня остались... Так, давай перки тогда, лекарства... Лекарство куплен, 25-3. Так, алло, а чё у тебя цены такие? Слышь, дед.
Адская отрыжка. Приблизимся адскую отрыжку, давай. Ну и все. Блин, ну очень много у тебя всякого. А что я у тебя могу сейчас поговорить? Подожди. Вытащи этот кристалл, читал. А, так и все, да? Угу. Больше у него ничего нет. Так, ну у меня это все есть. Это слышь, ура! Да ты не стреляешь по складу, ты выпускаешь и вьешь моих импов. Знаешь, для куска мяса, когда оторва пустит на бургере, у тебя слишком много неприятностей. Чувак, тебе бабу найти? Да я сейчас порошок с... Чё ты сказал? Я говорю, тебе когда в последний раз баба давала? Да я из постели с ними не вылазу. И вообще это не твое дело, между прочим, есть подружка, но она сейчас в Канаде. Чё ты давненько не разрешал пушку-то, а? Ладно, ладно, я уже не помню. Все, я работаю, работаю. На баб времени остается, а вышибалов в нормальные бордели не пускают. Так, может, это, мы это, двинем в клуб? Не дрейф со мной пустит, я же князь тьмы. Ну тогда ладно. А вот только вот, несмотря на то, что у вас уровень красноречия плюс 25, а тот факт, что язык у вас явно без костей, ваша попытка болтать менеджера потерпела неудачу, так как ему очень хорошо платят. Приготовьте к битве. Ну вот же ж сучка. Опа. А, у него отнимается, я не увидел. Сорян. Что он там вызывает? Что это за говно? Воу-воу-воу-воу-воу! А, я же могу за это. Да, я что-то тупанул. Ой, тетя. Я вообще убиваю его хоть как-нибудь? А почему я получаю урон-то, алё? Я же никуда не... Твою мать. Чё даёт? Бургеры, блин, атакуют, фак. Ай. Так, все, хана тебе, бегемотик. Бегите, глупцы. Так, отлично, мы прошли патроны, жизнь или ярость. Молоко. Мы жизнь, патроны, может, увеличиваем. И жизнь. Не, давай я жизнь, наверное, увеличу. Или я, давай ярость, да, окей. Так, 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 спокуха. Папки. Так, бабосы мы собираем. И сваливаем, да? Так, у меня все, в принципе, нормально. 3-3. Так, первого босса завалили. Так, вот, давай этот. А, ну ладно. Так. Тут же никуда не надо там было уходить, проходить, правильно? Была первое свежее мясо. Лифт теперь у нас. Опа. О, опять здорово. Дед, я слышал, ты ставка 500. А, по рукам, да, давай. Точно, мы поиграем в эту игру линейную. Ой, блин! Я не увидел, что у меня патронов нету. Неправильно. Так, короче, здесь сейчас, подожди, надо вот так взять. Надо вот так взять. Ну ёптель-моптель, а? 500 потратил и ничего не заработал, да, я так подозреваю? Ну ладно. Так, ой, извиняюсь, поговорим.
Показывай, что его там слушать. У нас есть 20 тысяч. Я могу дырокол. Дырокол 25 не могу. Я ничего здесь не могу. Пока, да? Так, хорошо, тогда перочка. Черномагия. Да блин, а что такое-то? Вот, супер броня. Увеличит время действия щита, время действия плюс 50. Увеличит урон ультраредного дождя. Владыка. Бьют больнее, живут дольше. Время... Миньоны это в смысле? Это мои миньоны? Или... Давай, ну давай вот это что. Так, все, есть... Смотри-ка, ничейная. А, миньоны, наверное, мои все-таки, да, били бы. Ну ладно, мы что-то уже все... Что-то набрали, того и набрали. А, я только одну могу монетку взять миньонов своих, типа, да? А, да, ну это мои миньоны. Я что-то тупанул. Ну ладно, не важно. Опа-на. Что, началось-то опять? Да, бабосов надо собирать, бабосов. Да хорош. Хорош, я говорю. Лева. Хорош тут создавать. Упыри. Насоздавали. Так, патроны еще есть, нормально. Так, сейчас будет рейдж у нас. Так что нормально, с яростью. С яростью все будет шикарно. Хорош создавать, горю. Так, что, бабки собираем? Я сказал, собираем бабки. Они смешно, смешно они умерли. Да хорош, блин, бегать тут рядом со мной. Отвалите от меня. Не, ну Мессилова-то бодрое, да, такое? Это что такое? Что это за говно такое огненное? Это кто-то там вызывает или что? А, да, это кто-то есть. Ё-моё, чё ад какой-то вообще происходит, да? Я ничего не вижу. Ёпти. А почему у меня ушла этот? Короче, вообще какое-то мясо. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Ай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Покуха. Да ёптель. Что происходит? Ой, хорош там, сзади где-то меня, слышь, пинает. За жопу хотел кусить. Козлина. Дьявола за жопу кусить. Ты в своем уме вообще? Опа, а, это да. Да, это я уже забрал, да. Так, а все. Свежее мясо, ресторан Биг Вак. Так, ресторан Биг Вак. О, опять этот у нас есть, упырь. А что, мы собрали 30-ку собрали?
Да я сказал поговорить, а не разбить дверь. Так. Так. Чё мы возьмем? Черную магию? Одну магию дважды количество. Так. Бонус яры за серию убийств купить. Закрыть. Ага. Ой, ёптель-моптель. Я чё-то задумался, ё-моё. Блин. А, он... Да ё-моё! Где сиськи? Так, я пока массакр-то не хочу использовать, ну, в смысле, этот массаж. Подожди, а где сиськи? Ты видишь сиськи? А, открылась дверь, ё-моё. А я тупанул что-то, да? Вообще по красоте, да? Так, ну мы тут тупо ходим просто, и всё, да? Блин, зря я использовал эту тему, потому что... Почему? Потому что это... Ну, типа, ну, короче, ладно, забей, погнали. Чё здесь у нас? Кто там появляется? Мне пригодится. Чё это тут у нас? Ёптель-моптель. Лук рушить! Голову крушить! Drunken Massacre. Ой, ёптель, да кто такой? Чё за вонючка, блин? Реально, вонючка какая-то была. Моё. Фу! Он воняет, капец. Да блин! Отойди, отойдите. Опа-эпа. А вонючка после того, как он навоняет, он умирает сам или нет? Или его еще нужно добивать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот вонюха, а. Смотрите, как на пстели тут, а, вообще как. Да хорош! Блин, патроны кончились, нечестно. Фу, блин. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Блин, надо было, наверное... А, вот все, я могу рейдж сделать, все. У-ля-ля. Сивон. Сивон, я сказал. Все, что ли? Нормально, нормально. Сиську. Открыли сиську. Что дальше-то куда? А, вот сюда. Ай. Вот сюда. Погнали, что здесь? Опять какие-то пути. А, ну адская кухня сейчас. Сейчас я вам лучок-то нарежу, как следует. Это что у нас? Миньонов вызываем. Воу-воу-воу-воу-воу! Да ёпти! Мне пригодится. Так, бабки-бабки собираем. Тихо, что это такое? Воды.
Рейдж появился. Так, ну мы пока его не будем юзать, потому что почему? А, с этой вонючки гамбургеры выползают, я понял. Всё. Так, бабки, ну зато, смотри, бабок нормально там вроде как приносит, чувак. Чертила этот. Так, Патрике, сиську нужно найти, а вот сиську. Сиську нашли, что такое? Че это он убегает, алё? Слушай, сильный падла, смотри. А, улучшение. Давай патроны возьмем. Ты зачем мне патроны? Ну ладно. Надо, блин, надо ярость было развивать. Я что-то тупанул, ну ладно. Лунная призма, дай мне силу. Так, все, бабки, бабки, бабки. Так. Бабки, бабки, бабки. Че, сотка всего патронов получается? Мало. А вот здесь какое-то задание сейчас дадут. Сейчас, подожди, я бутылочку возьму. Захоронение пошло. А что это за тетя такая интересная? Здесь ничего нету, да? Блин, там бутылочка вообще валялась. Ну ладно, так, давай, тетя. Что-то нам расскажешь. Привет, Лу, помнишь меня? Мы пару раз неплохо зажгли. Так мы уж повторим. Я бы с радостью, но жажда мести не дает мне покоя. Один ублюдок убил моего мужа, чтобы занять его местечко. Завали его и поедем на стрельбы. Или чё, или нет? Стоп. Он очень хорошо прячется, чтобы его отыскать, тебе нужно активировать 5 сисек-приключателей, которые с виду ничего не открывают, а потом вернуться к лифту. Ах, да, одна из них находится в лифте. Я мигом, намокнуть не успеешь. 5 сисек открыть, ну давай, хорошо. Которые ничего не открывают, якобы. Ну пойдем, пойдем, пойдем. Найди все сиськи. Сиску, сиску, сиску. А, где они? А, вот здесь, наверное. А мне нужно пробежать с... Ой-ё. Икс, икс. Чё-то задание так. Всё? Отлично, пошли. Так. Так, 3 бутылочки есть, отлично, погнали. Защитник, защита есть у нас. Смотри-ка, личина. Опа, я! Мне пригодится. Чё, не, не открылся? Опа, а, ёпти, тут еще смотри сколько их. Камон. Ну и чё, открылось? Что должна... А. Что должно открыться? Подождите, я что-то пропустил. Меня же в туда, вниз, все правильно, что-то я туплю. Там внизу что-то сейчас будет. Так, ну у меня есть один щит, у меня скоро рейдж будет, аж... Нормально, пройдем. А вот сиську. Так, теперь можно сюда пропасть. На всякий случай, выпьем одну. Да. Мы немножко опьянели, но это все нормально. Так должно быть, наверное. Так.
Ой, ёптик, там что за огромный пес? А это кто такой? Чего не могу взять? Ну блин, это нечестно. И кто? Не сник, здорово. После того, как ты убил бегемота в мой бар, ворвались пони-каратель, тебя искали, и меня заодно чуть не убили. Да уж, революция подождет. Мне бы свалить отсюда, не думал, что будет столько желающих меня сожрать. Отсюда только одна дорога, через Андахуану. Ее держит некромант, а засранец. Чтобы к нему попасть, тебе нужно пройти мимо его чемпиона, Ройко. Но ты никогда не пройдешь через гангстерский район, бро. Этот пидор тут все разгромил, нам нечем их кормить. Теперь вместо бургеров сожрут нас, валим быстрее. Туристы телепортируются с земли, мы же тут все подохнем. Мочила будет очень жестокая. А, отлично, в очередь, сукины дети. Что-то мне не хочется превращаться в фарш. Славимся потом в медном быке, Лу. Ты псина старая? Или ты? Во-в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 о! Хера себе. Кто просил огоньку? Блин, ну чё ты застрял-то? А он умирает вообще? А, умирает, да. Сведуся. Чё это тут у нас? А, я же могу щит взять. Блин, патроны нужны. Сейчас рейджа подождем, и все будет нормально. Да че ж не фризик? Водка паленая. А, все, вот, вот теперь давай. Встретимся! Улучшение ярости. А нельзя ярость больше? Молоко? Молоко? Зачем молоко? Жизнь, игра патрона. Ну давай по жизни тогда, окей. Да блин! Патроны есть? Есть. Блин! Зараза. Где это там? Давай, иди сюда. Так, все. О, все уже. Бахенвернов, глава вторая. Вторая глава уже пошла? Ничего себе. Ребят, ну, наверное, на второй главе закончим здесь, наверное, эту часть прохождению этой прекрасной игры. И если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шумега. Всем счастливо, всем покеда.